Зачем нужен пупок? Посмотрите на эту картину с Адамом и Евой в райском саду. Заметили ошибку, которую художники допустили при их изображении? Конечно же, у первых людей на Земле, которые были созданы Богом из глины и ребра, не могло быть пупка. Ведь твой пупок сформировался из рубцовой ткани, оставшейся от пуповины, соединяющей твой эмбрион с плацентой матери. После того, как пуповину отрезали в роддоме и завязали ее, у тебя образовалось то, что называется пупком, по-научному – умбиликус. Пуповина – это своеобразный канат, который связывает эмбрион с организмом матери. Ее формирование заканчивается к 12-й неделе развития плода. В длину пуповина равняется 40-70 см, а ее диаметр приблизительно 2 см. Пуповина имеет три сосуда, две артерии и одну вену. По вене кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами, поступает из организма матери в тело плода. А поскольку печень эмбриона еще не в состоянии сама очищать кровь, то отработанная венозная кровь из тела плода выводится по артериям пуповины. Перед появлением ребенка на свет через артерии ребенка проходит около 240 мл крови в минуту. Помимо этих сосудов, в пуповине есть урахус – соединительный канал между мочевым пузырем ребенка и плацентой, по которому выводится моча ребенка. Сосуды пуповины окутаны оболочкой из желеобразного вещества, которое тоже помогает передавать отработанные вещества из крови плода в околоплодную жидкость. Полезна пуповина и тем, что благодаря анализу крови, взятой из нее, может проводиться диагностика ряда заболеваний у плода. Но пуповина может быть и опасной. В некоторых случаях из-за патологии развития, нехватки кислорода или сильного стресса у матери, ребенок запутывается в пуповине, что может помешать ему развиваться или привести к отслойке плаценты. Думаешь, что твой пупок после появления на свет тебе уже ни к чему? А вот и зря! Восточные монахи считают, что молитва с созерцанием пупка очищает ум и сердце, помогает приблизиться к Богу. Так что смотри на свой пупок почаще, это полезно. Как вы думаете, нужно ли украшать пупок пирсингом? Напишите нам свое мнение в комментариях, подпишитесь на наш канал и поставь лайк этому видео.